Друзья, всем привет, меня зовут Света, большое спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня у меня просто отличное настроение, я надеюсь, что это видео тоже получится не менее хорошим, таким же отличным, как мое настроение. И на самом деле все не просто так. Мне наконец-таки пришла моя долгожданная посылка из Америки, вот она. Здесь мои такие давнишние хотелки, и вот они ко мне пришли, я держалась. Я не подходила к этой коробке, чтобы ее заранее не вскрыть, потому что я решила сделать распаковку вместе с вами, поделиться с вами тем, что же мне пришло. Я надеюсь, что это видео вам понравится, что оно вас как-то зарядит позитивом, плюс мы посмотрим мои новые приобретения, то, что пришло из Америки. Мне так самой всегда нравятся такие видео. И также я поделюсь с вами полезной информацией, как вообще можно из Америки что-то заказать, и заказать очень просто, и к тому же с огромными скидками. Так что я надеюсь, что это видео будет и интересным, и полезным, и давайте скорее распечатывать. У меня есть вот такой вот нож канцелярский. Всю эту посылку мне собрал и доставил сервис доставки покупок из Америки, который называется почты.com. И суть в том, что на американских сайтах, конечно же, есть настоящие скидки. Не обманки, а вот реально такие мощные скидки, буквально до 90%. Но проблема в том, что большинство американских сайтов просто не работают с Россией. И если вы попытаетесь самостоятельно что-то заказать, то у вас, скорее всего, не получится. Потому что просто вы не сможете даже заказать и оплатить впоследствии, потому что карты не принимают. И что делает почта.com? Они просто дают вам адрес в Америке, будто бы вы в Америке находитесь, и вы на этот адрес заказываете все, что хотите с любых американских сайтов, и после этого почта.com все это добро складывает в один заказ, то есть не надо каждую отдельную доставку оплачивать, у вас все в одном заказе, и, собственно говоря, все. Ваши американские вещички идут к вам. Поэтому, если вдруг вы давно хотели заказать что-то из Америки, но у вас, может быть, не получалось, или вы не понимали, как это сделать, или у вас не получалось оплатить, то, в принципе, можно обратиться теперь к почте.com, и все. На раз-два ваши американские вещи будут уже у вас. К тому же сейчас до 11 марта проходит акция у почты.com. Они предоставляют бесплатный выкуп товаров без какой-либо комиссии с 12 крупнейших американских магазинов, среди которых Amazon, Sephora, Levi's и так далее. Вы можете заглянуть просто и посмотреть список, и почему бы и нет, да, заказать с огромной скидкой какой-то интересующий вас товар, к тому же это будет совершенно без какой-либо комиссии. Ссылку я вам оставлю под видео, поэтому заходите, регистрируйтесь, и, кстати, также у почты.com есть такой классный, полезный бонус. Они вас будут оповещать о всевозможных скидках, распродажах, акциях, которые проходят на американских сайтах. Так что, в принципе, если даже вы просто зарегистрируетесь, то вы можете узнать о каких-то бешеных скидках и урвать свой лакомый кусочек по какой-нибудь смешной цене. И что-то я заболталась, давайте скорее открывать все это дело. Итак, я вскрыла посылку. Вот так вот она выглядит, там куча всякого вот такого вот добра, это очевидно, чтобы ничего не побилось, потому что у меня тут есть хрупкое. Давайте, собственно говоря, вот начнем с того, что первое мне попало под руку. Я знаю, что это очки, и это очки от Yes, и мы сейчас будем вместе с вами примерять эти очки. Видео такое получается, как, не знаю, как какой-то прямой эфир. Я очень надеюсь, что они мне подойдут. И, кстати, вот эти вот очки, получается, на них была реально скидка какая-то. Вот они распродажные были. Мне кажется, в России такие не найдешь. Я имею в виду, найдешь такие, но по такой цене не найдешь. Слушайте, я чувствую себя просто какой-то кинозвездой. Правда, отражается софтбокс. Так, вы должны написать мне, что вы думаете по поводу этих очков. Это Yes. Оставлю вам модель, оставлю вам ссылку. Здесь идет такой вот фирменный чехольчик. Достаточно простой, но мне кажется, он удобный, потому что в сумочку всегда можно закинуть. Так что вот моя первая хотелка. Наконец-то у меня настоящие,
более-менее качественные американские солнцезащитные очки, потому что такие дешевенькие солнцезащитные очки, я поняла, что у меня болят в них глаза, и у меня и так зрение начало падать, поэтому я решила больше не рисковать. В общем, Puma — это обалденная модель кроссовок, я даже на нее обзор смотрела на YouTube. И что самое главное, я безумно сильно сейчас люблю бежевый цвет. И он не просто-напросто мне нравится, оказалось, что это цвет, который мне идет. Я себя в нем как-то комфортно чувствую, и мне очень сильно захотелось бежевые кроссовки. Я, конечно, там пол интернета перелопатила. И когда я увидела эту модель, я поняла, что эта модель предназначена для меня. Просто посмотрите. Я считаю, что этот кроссовок — это произведение искусства. И вот я его держу в руках. Здесь вот эта вот резиночка, которую сейчас многие бренды используют, да, то есть такая сама по себе модель достаточно распространенная среди различных брендов, и она такая трендовая модель. Я, конечно же, взяла эти кроссовки не для спорта, а на повседневку. Конечно, я понимаю, что за ними надо будет по-особенному ухаживать, что нельзя там их пачкать и в пыль куда-нибудь ходить. Блин, ну это того стоит. И тут еще такие резиночки перекрестные. И они ножку делают такой какой-то аккуратненькой. Я видела на девочках, безумно красивые. Просто у меня нет слов. Я буду, наверное, ждать еще с большим нетерпением, когда на улице станет совершенно сухо. И тоже они получились со скидкой, потому что это Америка, и в Америке все всегда со скидкой. К сожалению, у нас в России как-то вот не так развита вот эта культура шопинга. У нас либо изначально какая-то огромная цена, либо это обманные какие-то скидки, и никакой скидки на самом деле нет. И последнее — это просто сумка Calvin Klein. Я наконец-то решила, что мне нужна какая-то такая более модненькая сумка, если можно так выразиться, и давайте вместе ее вскроем. Если честно, мне даже ее жалко вскрывать. Не знаю, как-то вот хочется оставить какую-то новизну, что ли. Ну, что ж делать, раз у нас распаковка, то распаковываем. Наконец-то я ее освободила от оков, от бумаги, от пленки, которая была снаружи и внутри. И просто посмотрите. Какая она красивая! Какой-то просто, не знаю, эстетический шок. Давайте покажу вам, как она выглядит. Золотая фурнитура. Здесь такое большое отделение. Внутри она достаточно большая, вместится все. Вот в такую у меня точно все поместится. Я, наверное, с такой сумкой могу целую неделю где-нибудь путешествовать. Кармашек на молнии всегда важно, да, для документов. Два таких кармашка открытых, там, ну, для телефона, для помады. Получается, здесь и короткие ручки, и также вот такая длинная ручка, ремешок, да, он регулируется. И, собственно говоря, вот если так сравнивать с моей головой, сумка небольшая и не маленькая. Мне больше всего вот эти вот буковки нравятся. И вообще мне нравится такая вот расцветка у сумок. Многие бренды делают похожую расцветку, когда коричневый фон и брендированные такие золотисто-коричневые буковки. Мне кажется, это уже классика. И, в общем, это, собственно говоря, вся моя американская посылка. Я думаю, вы видите, насколько я счастлива. Не знаю, мне очень приятно было и получить эту посылку, и вместе с вами ее распаковать и поделиться с вами своими искренними эмоциями. И что хочу сказать напоследок, если вдруг вы давно хотели что-то заказать с американского сайта, что-то из Америки, что-то, может быть, со скидкой, какая-то у вас есть давнишняя хотелка, но у вас это не получалось оплатить, были какие-то, может быть, другие трудности, то сервис Почта.ком, конечно же, облегчит вам жизнь, и ваша давнишняя хотелка очень быстро попадет к вам в руки, потому что все, что от вас будет требоваться, это два действия: заказать
и получить. Все остальное за вас сделает сервис по доставке покупок из Америки почтой.com. Все ссылки я вам оставлю под видео и на сервис почтой.com. Заглядывайте, регистрируйтесь, и если даже вдруг вы не планируете сейчас ничего заказывать, вы будете в курсе всех скидок, всех акций, которые проходят на американских сайтах. А как мы уже знаем, на американских сайтах проходят настоящие сейлы, очень такие выгодные. И также на все вещи, которые я вам показала, я тоже вам оставлю ссылки, но хочу сказать так, что я не обещаю, что вещи еще будут в наличии, потому что скидки, 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 так что торопитесь, если вдруг вам что-то приглянулось. Также не забывайте подписываться на канал, заходите в гости в Инстаграм, заходите в гости в Инстаграм к моей собаке Еве, она там просто мимимишечка, я знаю, вы всю эту мимимишность любите, так же, как и я. И да, огромное вам спасибо, что были со мной. Помните, что вы самые лучшие. Я вас очень сильно люблю. И до встречи совсем скоро. А я сейчас пойду модничать перед зеркалом. С сумкой, с очками и с кроссовками.